Вот, опять-таки, вот сейчас вам покажу, как собирать вот эту головоломку. Она у меня новая, это сумасшедший 4 на 4 на 4. Посмотрите. Это вообще сумасшедшие кубы. Как-то, в принципе, нам надо уж переходить на более новый уровень. Посмотрите, когда мы крутим вот этот верхний слой, круг-то остается, и так на каждой грани. Смотрите, круг не идет. Вот он фиксирован, это видно. Зато, когда мы крутим вот этот вот слой второй, этот круг, он идет. Так абсолютно тоже с каждой стороны. Когда мы крутим два вот эти слоя, два круга так вот идут. Видите, то есть все очень взаимосвязано. То есть, понимаете? И как бы это усложняет решение этой гонки, в принципе. Это не просто 4 на 4 на 4. Это здесь, в принципе, это и 2 на 2 на 2, и 2 на 2 на 4. И сумасшедший 3 на 3 на 3, и 4 на 4 на 4. И все эти гонки... Это как бы... Здесь будут включены вся технология сборки этих головоломок. Вот. Вот так вот. Гонку, в принципе, вот одним пальцем крутить не получится. Вот. Но зато двумя пальцами просто легко идет. Смотрите. Ничего такого. Ну, тут, посмотрите, мои маленькие детальки. Вот даже непонятно вообще, за счет чего они держатся. Кажется, там механизм какой-нибудь этой шестерки. Какой-нибудь 6 на 6 на 6. Что-то в этом роде что-то. Короче, какой-то это просто... Вот есть, короче, слои, короче, должны быть. Ну, как... Короче, там, наверное, шестерка или что-то там внутри. Не знаю. Иначе замешать его очень хорошо, потому что... В принципе, гонка-то довольно простая. Никаких новых формул здесь не будет, на самом деле. И которые, как правило, можно в гонках такого рода встретить. Вот, все-таки... Вот, что хочу еще сказать. Ну вот. Ну вот как-то так. Здесь есть вот эти маленькие элементы. Значит, как 4 на 4 на 4 собирать его не получится. А вот, его можно собрать. Так вот, то есть надо собирать одновременно и это все остальное, в общем. А вот. Итак, значит, ну сначала как мы в 4 на 4 на 4 мы собираем вот эти центральные. То есть, например, есть, например, белый. Есть, например, белый второй. Здесь, например, где белый. Вот, два белых. Значит, один из них сюда пойдет. Другой из них пойдет сюда. Вот. Дальше. Ну, после белого у нас, естественно, идет желтый. Вот. Ну, только вот так получается, что желтый у нас не получается собрать, так? У нас просто... Ну, значит, мы просто отводим. Вот так делаем и... И у нас, вот смотрите, вот, в принципе, как-то получается кое-как-то две совместить дальше. Где тут? Вот этот, например, как бы. Вот этот, например, этот, значит, сюда мы, например, значит. Этот, вот, а вот теперь не получается, видите? Не хотят вставать никак. И эти центральные не хотят. Это все потому, что вот фиксирован здесь круг вот этот. А этот слой движется, из-за этого и не получается. Ну, то вы его спросите, как же собрать эти центральные элементы? Вот. На самом деле, вот эти центральные элементы, они себе представляют кубик 2 на 2 на 2. Представляете? Там внутри кубик 2 на 2 на 2, на самом деле. И там вот эти вот, как... Вот это все получается одна деталь, понимаете? То есть они жестко прикреплены. То есть там 2 на 2 на 2, и там вот как бы 2 на... То есть там вот один кубик вот такой, такой, там как бы сфера такая. Там три прикреплены вот так вот. Как бы 2 на 2 на 2 такая сфера. Есть детальки, они крючочками цепляются. То есть механизм там такой, а там крючочный, как всегда. Ну, то есть, например, вот два стоят, например, здесь вот этот, например. Мы его должны поставить сюда. То сейчас мы собираем точно так же. Мы еще все равно, что мы собрать, например, должны 2 на 2 на 2. То есть первый слой. Вот, то есть, вот, чтобы понятно объяснить, например, вот этот уже. Смотрите, это все одна деталь. Как ни странно. Вот, например, вот тут, например, три угла, например, вот этот сюда. Туда, туда. Сейчас как 2 на 2 на 2. Кто как умеет собирать, тот так и собирает. Вот. И мы получили... Так, у нас вот эти два по диагонали. Так. Здесь получается копье. Так, попал. Так, решили копье. И теперь просто ориентируем углы. А вот, и, в принципе,
У нас центральный собраны. Ну, вот так вот. Как бы это тот же 2 на 2 на 2. Вы можете в этом убедиться. Это из-за того, что здесь одна сторона всегда фиксирована, вторая всегда подвижна, то вот это из-за этого такой эффект происходит. 4 на 4 на 4 обычно центральные так собрать не получится. Так что, если вы думаете, что так будет на всех четверках, то вы ошибаетесь. Только на таком кубике это так. Больше нигде. Вот. Как бы. Теперь, в принципе-то, теперь надо бы вот этим ставить вот эти вот как бы маленькие, но вот... Вот смотрите. Вот, значит, эти маленькие, они вставляются, в принципе. На самом деле, вот смотрите, например. Смотрели, вот, например, вот это, это одна деталь. Вот эти два элемента, это одна деталь, представляете? То есть, вот это как 2 на 2 на 4. Вот это тоже одна деталь. И вот это тоже одна деталь. Все это одна деталь, вот это. То есть, это оранжево-желтое, например. Вот, например, допустим, вот о чем, например, с белой стороны, так? Например, мы должны вот, например, вот собрать вот этот вот ободок, вот этот вот слой верхний. Например, смотрим. Ага, значит, тут нам нужна красно-синяя. Красно-синяя. Красная справа, синяя слева. Так, вот она. И мы ее должны поставить вот сюда. Значит, как это сделать? Значит, мы сначала вот эту красно-синюю опустим сюда вниз. Чтобы так и так. То есть, чтобы поставить ее вот так вот. Теперь мы должны поставить вот так вот. Делаем это вот так легко сюда. Уводим в сторону. При этом вот она туда и туда. То есть, как 2 на 2 на 4, в принципе, мы поставили. Теперь смотрите. Вот, например. Так. Синяя-оранжевая. Где у нас синяя-оранжевая? Тут еще из камеры смотреть. Ну, вот ладно. Вот она синяя-оранжевая. Мы опять вниз сюда. Вот, опять-таки. Теперь это сюда поставим. Ее синяя-оранжевую вводим. И так вот. Вот. Например, здесь. Здесь, ну, оранжево-зеленая. То, что здесь зеленый стал неправильный. Что это белое. Так. Что здесь, на самом деле, тут... Тут просто цвет не тот. Так. Белая. Какая оранжевая, так? Белая-оранжевая у нас вообще другому. Так. Тут из-за камеры трудно смотреть так. Да. Тут на поиск элементов уходит вся жизнь. Вот он. Где он? Вот. Вот. Оранжевый, зеленый, все правильно. Теперь нам надо его поставить вот сюда. Ну, вот его вот сюда можно поставить. Наверное, это надо просто убрать. Вот, поставить сюда и так вот. Уже три поставили, вот четвертый, например. Вот, я думаю, весь четвертый лучше не ставить, например. Ну, нет, хотя можно и поставить, если, в принципе, в конце там потом всем придется это. Так, четвертый. Зелено-красный. Зелено-красный. Здесь красно-зеленый, не годится. Отлично. Вот зелено-красный, рядом. Опускаем вниз. Уводим. И сюда. Смотрим. Так, мы его должны соединить с каким-то элементом. Вот в данном случае вот с вот этим мы должны вот этот соединить. Значит, мы его как бы пытаемся ввести этот элемент сюда. Вот, и мы его соединили, да? Да? Проверим. Вот так вот. Это все чистый 2 на 2 на 4. Если вы попытаетесь по отдельности вставить, например, допустим, вот здесь, например, вскочил вот этот красный. Вы думаете, а, собрано. Но потом, когда у вас в конце не получается, то потом вот вы думаете, что ж такое не то. Вот именно не то как раз именно вот это. Что это 2 на 2 на 4 все-таки. Итак, мы собрали вот этот вот, как бы, вот этот слой. Теперь нам надо собрать вот этот вот белый центр. Итак, также абсолютно. Любые вот эти две детали, это все одна деталь. Например, здесь белая. Красная. Но есть она как бы красно-белая, потому что все-таки тут правый, тут левый. Все-таки вот. Здесь какая нужна. Так, смотрим. Слева и справа. Так, да. Вот она должна пойти сюда. Уводим. Возвращаем. И сюда. Поставили. Вот, например, эта деталь. Так. Так, что это такое?
Бело-оранжевое. Так, бело. Нет, не здесь. Бело. Да. Да. Бело-оранжевое. Так, сюда. Бело. Так, синее так. Или сине-белое, неважно. В общем, так. Нам ее надо поставить. Так. Ага, значит, это белый. Значит, белым идет туда. Вот так вот. То есть. Так, где она? Так, интересно, я что, не поставил? Так, круто. А, так. Все-таки, так, можно тогда увести сюда, подвести сюда и сюда. В принципе, пока можно так. Тут надо просто иногда думать, в принципе, что и как. Например, здесь. Бело-синяя, значит, бело-синяя. Так. Так. Белая. Вот сюда надо. Так. Лучше по кругу ставить элементы. Например, здесь вот это белое. Так, зеленое. Бело-зеленое. Так. Это деталь. Так. Что-то у меня не... Так, а ну-ка. О, вот так вот, значит, ставим. В принципе, можно так. Нет, не так. Не так. Мы ее должны поставить. И, в принципе, это... Так. Сейчас не успею собрать толком. И вы так ничего не поймете. Так, вот, например, здесь. Теперь вот эта деталь. Белый, оранжевый. В принципе, так пойдет. Так, вот. Уже хорошо встало. Это встало. Вот здесь. Нужна вот эта... Так, бело-красная вообще здесь должна быть. Так. Так. Интересно мне. Так. Вот этот, например, элемент, сейчас мы его развернем и поставим. Ой, что это так? Что это тут такое? Ага. Так. Нам надо белый еще развернуть. Так вот. И вот этот ставим сюда. Вот. Сейчас мы соберем как бы два слоя уже, да? Причем сразу два, посмотрите. Не просто белый, а белый с вот этим. Например, здесь. Так, неужто сбился этот оранжевый у меня, да? На, сбился. Хотя, может быть, я его и не собирал до того, не знаю. Вот, в общем, так ставим. И я сейчас... Главное сейчас... Тут так трудно смотреть из-за камеры, на самом деле. Тут очень надо все подробно объяснять, потому что все-таки... Так, вот уж тут трудно вынуть. Кубик начну тогда вот так, 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 вот так и так. Так просто поставим. И, в принципе, мы собрали уже сколько. Вот так вот. Вот, это, вот эти... Как бы это сказать? Вот эти три слоя. Вот как бы, опа. Вот половинка из кружочка. Вот эта половинка, она собирается, в принципе, уже посложнее. И это как бы... В принципе, в следующей части можно было бы об этом рассказать. Вот. В принципе, кубик-то это как бы очень для меня интересный. Конечно, сборка занимает много времени, но она не настолько сложная, сколько другая гонка, которую я как-то буквально вчера узнал в интернете. Есть такая гонка, короче, которая называется «Кротовая нора». Так вот, короче, есть такой кубик, короче, вот есть, вот, наверное, надо начать с другого, что есть кубик такой, который, короче, на 45 градусов, вот есть, например, вот 4 на 4 на 4, который если прокрутить, так вот, слой на 45 градусов, вот, так вот, вот так, например. Тут он вот дальше так пойдет. Вот так он как бы может пойти. Вот как бы вот так вот он пойдет. 4 на 4 на 4. Так вот. Кротовая нора — это гонка, которая, короче, похожа на такую гонку, только там на 45 градусов крутится только вот этот вот средний слой. 4 на 4 на 4. А вот это, в принципе, а потом, и там, в принципе, как бы такая дырочка просверлена. Вот у меня вместо вот этих мест там такие дырки есть. И там это, как бы, и там есть сфера, которая вращается по другим законам, нежели сам кубик. Вот, видел в интернете одного чувака, он говорит, что собрал кубик только спустя 9 месяцев после его приобретения. Говорит, очень сложная гонка. Вот хочу ее где-нибудь купить, потом испытать свои силы. Вот, в принципе, сейчас время уже закончится у меня. Потом я вам расскажу, как вот это собрать, и, в принципе, и все остальное. Ну все, удачного вам сборки.